Привет. Привет. Опоздал. Малыш, поехали. Вернемся в воскресенье вечером. Здоровая пища, понял? Никакой пиццы. $5, если не скажешь маме. 35 и договорились. Нам нужны тарелки. Папа, смотри, я леди. Класс. Пап, купишь ее? Конечно, красавица. Там что-то есть. Странно, никаких зазоров. Что это значит? Кто-то очень не хотел, чтобы ее открыли. Ты в порядке? Странное чувство. Думаешь, Эмили изменилась? Нет. Что такого в этой шкатулке? Не знаю. Ничего. Не спеши. Эмили. Эмили, не спеши! Понятия не имею, что это такое. Надпись на иврите. Написано «Дипик». Эмили, ты где? Это означает «демон». Чего он хочет от моей дочери? Этот дух забирает детей. Эмили! Мама, что со мной? Открой шкатулку, погибнут люди. Папа! Последнее прибежище. Верую в тебя. Крылья его сохранят тебя. Он укроет тебя. Господи. Истина его.